стартовым сочетанием, в которых команды появились. Анастасия Иванова у «Авроры» в воротах. Коваленко, Лебедева не стала бить. Сделала шаг от Пантелеева, пробила рядом. Там, где начинаются зрительские места. И бывали случаи. Ух, моменты, и вот это гол. Да. Анастасия Дурандина как-то слишком легко оказалась на ударной позиции и аккуратненько в ближний угол отправила мяч. Витина. Теряют периодически игроков. Ух, какой гол! И вот проходит как раз пас. Давайте на повторе еще раз смотреть. Замечательная комбинация у нас до конца матча. Тигина пробивает Еремченко перед собой. Коваленко не попадает. Евгения